Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Обливион, мы находимся в подземельях, как это, Мшистая гора, по-моему, мы взяли задание на убийство некроманта местной ведьмы, я не помню, как ее зовут, для нас это не важно, потому что скоро она умрет, и мы про нее забудем. Так, Рейлин, гробокопательница. Как казалось, здесь не одна Рейлин, здесь просто хватает врагов, просто куча. Поэтому нужно быть осторожнее. Причем враги не самые приятные, некроманты. Вы помните, какие у меня были с ними проблемы с Кариме. Здесь они тоже довольно серьезные противники. Но пока что справляемся. Пока что просто могу сказать, здесь приятно находиться. Это именно Elder Scrolls. И мне просто вот именно интересно выполнять эти квесты. Да и выглядит все довольно приятно. Так, мы возвращаемся назад, здесь у нас была развилка в предыдущей серии, мы пошли в одну сторону, в результате взяли ключ, который, судя по всему, нам пригодится во втором рукаве этой пещеры. Так, вот отсюда мы пришли. И, собственно, теперь двигаем сюда. Аккуратненько. Так, нам нужно подлечиться вообще. Как-то вот так вот сохраниться и вперед. С песней. 77 стрел, я считаю, вполне неплохо. Так, а вот и дверь. Понятно. А это может быть опасно. Я постараюсь убить даму в капюшоне первой, потому что она выглядит более опасной. Нет, я ошибся. Надо было в первую очередь бить тебя. Тихо, тихо, тихо. Ничего не вижу. Блин, ты еще полечись мне. Ой, хорошо. Так, ну что, первая смерть. Ладно, будем знать. Довольно опасно, судя по всему, будет, да? У нас пока что нет никаких союзников. Поэтому нужно быть поаккуратнее. Так, пошел процесс. Только не лечись. Готово. Да, блин, я сейчас стожму, у меня стрела улетит. Спасибо, интерфейс. А, нет. Я думаю, нет. Да, вылазь. Да ёлка. Давай вылазь, ну. Сейчас ты упадешь и истечешь кровью. Да блин. Да твою мать. Застряла? Твои проблемы. Иди. Да, блин, опасно. О, так, давай. По-моему, надо было просто... Какой зрелищный бой был. Надо было лучше стрел мне дальше пользоваться, потому что с мечом у меня серьезные проблемы. Фу, ну что ж, это было довольно криво, но тем не менее, местами даже зрелищно, как я уворачивался от этих фаерболов. Надо будет развивать эту тактику. Так, и тут, я думаю, много моих стрел должно валяться, потому что я половину промазал, конечно. Ну да ладно. Ну что, почувствовала, что это такое, быть целью? При себе у нее ничего не было. Ну и ладно. Короче, побольше пользоваться луком, поменьше холодным оружием. А то до добра не доведет. Так, жемчужина.
Всего 2 септима. Смысл-то в тебе тогда. Бесам всяким поклоняются. Перегонный куб. Так, алхимия мне не нужна, но можно толкнуть. Это тоже цена неплохая. Фу, так, ну и что? У тебя тоже ничего не было? Давай-ка попробуем. Как-то вот так. Криво, конечно, выглядит, но... Нет, совсем уродство. Ну что, все? Да, похоже на то. Давайте уходить отсюда, что ли. В принципе, было не столько сложно, сколько именно привыкнуть нужно к стрельбе из лука местной. Блин. Так, давайте сделаем вот так вот. Теперь... Я сейчас все отмычки... Лучше автопопыткой. Сейчас штук 5 потратим, но зато... Офигеть. Короче, ну его нафиг. Хотя, ну ладно, ладно, раз уже сделали. Давайте все-таки будет больше отыгрыша, поэтому не будем пользоваться в таких случаях сохранениями, загрузками. Провозился, потратил — твои проблемы. Поэтому, ну его нафиг. Все-таки, когда больше реализма, интереснее смотреть, я думаю. Все, уходим отсюда. Мы довольно близко, кстати, к таверне. Буквально на расстоянии вытянутой руки. На улице еще день. Часов, наверное, 6-7. О, ночь. 10 вечера. Ну что ж, сразу и переночуем. Хотя, конечно, посмотрим, сколько заплатят. А в принципе, переночуем, денег достаточно сейчас. Красиво? Лошадка. Что такое, гражданин? А что такое? Я вообще просто мимо прохожу. Понимаешь. Как поживаешь? Где купить оружие? Там же добрый вечер. Что ты хочешь? Понятно, с тобой мы уже разговаривали. Продолжай. Насколько я знаю... Я полагаю, тебе удалось решить проблемы с Рейлин. Это так. Я понимаю, что это нехорошо — радоваться чьей-то смерти, но на Рейлин пробу ставить было негде. Твое деяние достойно похвалы. Я полагаю, у нас было заключено соглашение. Я держу свое слово. И это хорошо. 45 золотых? Да ты издеваешься, что ли? У тебя уже есть комната. А, она все еще моя? Спасибо, ну, хорошо. Что спас мое дело. Я никогда не забуду этого. Ну ты бы могла мне заплатить побольше, чем 45 септимов. Это же просто смешно. Капец. Приветствую. Среди альтмеров есть могущественные маги. Ситуация может стать опасной. Бардак какой, да? Так, давайте 11 часов поспим. И с утра выдвинемся дальше по дороге, придем в какой-нибудь крупный город и там уже скинем весь этот хабар. Я думаю, сейчас даже заходить ни в какие пещеры не будем. Нам нужно найти крупный населенный пункт и там продаться. Приветствую! Здравствуй. Ой, привет! Доброе утро. Привет, Босмером. И вам не кашлять. Лошадка, конечно, не помешает, да? Ну да ладно. Что там по карте вообще? Мы сейчас... вставим вот так на дорогу. И... О, блин, далековато все.
Доходим до Брумы, получается. Пойдем к Бруме. Блин, лошадь спереть бы. Не палимся. Аккуратно. Ну и погнали. Лошадка. Хорошо идет. Что это? Так, лошадь, подожди, не уходи. Подзарядился маленько, это неплохо. Так, сейчас особо не встреваем. Хотя, мне кажется, в этих руинах кто-то да есть. Этот кто идет, интересно? Так, ладно, лошадь, иди домой. Нарвались. Их не обойти. Никак. Давайте займем высоту. И атакуем их оттуда. Это точно враги, интересно. И ведь не узнаешь, пока не подойдешь, да? Ой, да какая нам разница? Не вошло. Ты посмотри, жива еще. Спокойно. Надеюсь, ты была бандитом. А, ну да, мародер. Ну и слава богу. Там внизу еще один ходит, лысый парень. Сейчас мы его тоже познакомим с нашей сталью. Где ты? Блин, все забываю, что здесь просто так держать нельзя кнопку. Выносливость тратится. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, ай-яй-яй. Да где ты, елки-палки? А, он там влупился в кого-то. В стражников, похоже. Ну, спасибо. Выручил. Так, я думаю, я сейчас в это подземелье не пойду, как я и говорил. Мне сейчас не до этого. Мне нужно распродаться. Просто нужно запомнить это место на карте. И было бы хорошо, если бы оно как-то отмечалось, что зачищено там или что. Потому что пещеру мы зачистили, но тут, по сути-то... Не поймешь. Поэтому, если вдруг я забуду, в комментариях напомните, пожалуйста. Мне интересно это место, но сейчас не до него. Охота уже в город какой-нибудь попасть.
Подгрузка новой территории. Ух ты. Так. Беги домой. Что ж вы делаете-то? Смотри, стрелы-то как. Белый гриб, офигеть. Как ничего ценного, а белый гриб? Не дают взять. Хорошо, далеко там еще? О, порядком идти. По дороге, может, найдем что? Здесь, насколько я понимаю, отмечены самые главные селения, а маленькие всякие там деревеньки отсутствуют, как класс на этой карте. Смотри, какой насыщенный мир, да? Какой забитый. Постоянно что-то находим. Это что такое вообще? Камень вора. А, только ночью можно. Ладно. Косуля. Красивая пистами игра, несмотря на то, что сколько лет прошло уже. Выглядит приятно, да? Но, конечно, вот эти вот голые скалы не особо радуют. Атлетика. Отлично. Я стал более атлетичным. Так, а что это там наверху? Не землянка? Да нет. Надо было все-таки на лошади ехать. Потому что без лошади мы сейчас долго пилять будем. Туда-сюда. Ну да ничего, хоть мир посмотрим. Не, вот за что игру точно можно хвалить, так это за саундтрек. Он просто вообще. Ну давай на тебя потренируем холодное оружие. Ну. Ну ты посмотри какая. Офигеть. Не волк, а какая-то пиранья просто. Ладно, не важно. Четвероногие акулы. По-другому не назовешь. Так, меня кто-то видит опять? Да нет, вроде. Довольно неплохо нас погрызли, кстати говоря, и мы к чему-то приближаемся. Уж не к Бруми ли? Нет, это, судя по всему, что это у нас? Корал туда, нам туда по квесту. Брума. Вот тут пещера какая-то, давайте посмотрим. Пещера «Бледная поганка». И там, я чувствую, мы столкнемся с нежитью. Это мне так подсказывает чутье, после того, как я увидел несколько гробов. Тут бы, я думаю, даже... Ладно, неважно.
Так. Заметил таки, да? Хорошо, пещера, судя по всему, не особо большая. Но все же надо быть осторожным. Мало ли что сейчас из угла выскочит. Ой, это что было? Офигеть. Чуть не убился. Хорошо. Неважно. Первый мне нехило, да, конечно, по шайбе заехал. Будет шишка. Так, ну и что еще тут есть? Я слышу где-то скелета, но... Ну, видимо, как-то вот так мы туда попадем. Стальные стрелы, отлично. Так, а это что? О, что-то меня это не сильно все радует. Новый уровень, отлично. Уровень — это всегда хорошо. Так, подожди. Да, блин. Все, наконец-то. Надо экономить. Интересно, что я тут вообще делаю? Зачем я сюда зашел? Любопытство, как обычно. Да блин. Не очень просто это делать, даже уже как привык. Так, неплохо. Давайте колечко наденем. Чё нам? Как говорится, кто нашел, тот и съел, да? Ну-ка. У нас на руках они отображаются. А, ну да. Так, ладно. Давайте посмотрим, что у нас тут. Ребята. Ключей точно ни у кого нет. Я же отсюда хрен выберусь так. Я уже боюсь этих замков. Так, тут мы были. У нас есть проход. Давайте попробуем, чё уж. Что там вообще? А там что-то интересное. Да, ёлки-палки. Да блин, ну. Она же там стоит, чё он? Какого хрена? Ай. Ладно, это попытка. Ха. Ладно. Это как понимать вообще? Ну ладно. Не могу. Он нажался, что ли? Отдай пиво. Пиво мое. Так, маленько бухнули. Чтоб скучно не было. Не могу сказать, что оно того стоило, но, по крайней мере, это смешно. Он здесь, похоже, его завалило. Он не мог выбраться. И так и остался. Давай, Вала.
попасть, ну. Под тобой там ничего нет. Под тобой там бутылок, сука. Бери лапу свою. Вот, отлично. Теперь у нас есть чем попьянствовать. Потратили отмычек, конечно, это дело. Я не могу как-то привыкнуть к местной системе взлома. То ли рука дергается, то ли что, но прям вроде верняк, но при этом не получается ничего. Так, что у нас тут? Туннели, понятно, а с той стороны. Вообще не вижу пока ничего хорошего в этом, в этой пещере, в этом месте. Запутанные туннели. Пойти в туннели или в запутанные туннели? Пойдемте в запутанные, конечно. Запутанные туннели, полный крыс. Супер. Так, подожди. Даже пикнуть не успела. Слышу скелетов поблизости. Стальной шлем и ключ от бледной поганки. Шлем красивый, блин. Так куда мне его? Золото. Гуд. Минус. И справа еще один где-то вдалеке. Лучники — это хорошо, с них хватает стрелы. Плохие, конечно, но нам пойдет. Зелье харизмы. Не знаю зачем нам. Скорее всего, потом выкину просто, но ладно, пока нет времени разбираться. Простой сундук. Ну, казалось бы, да? Ну, блин, нажимаешь и... Ну, чё не так-то? Надо привыкать к этой теме. Не могу пока. О, сколько у вас там? На скеле, как говорится. Это что, кости? Стрел-то тут повылетала. Так, ну хорошо. Ладно. Не особо-то тут. Может, тут, конечно, что-то лежит. Ну, в принципе, неплохо, да? Зелье лечения-то всегда хорошо. Это наш единственный способ лечиться в этой игре. Ой, кстати говоря, блин, на здоровье-то, елки-палки. Это было опасно. Совсем здоровья не было. Обалдеть. Ой, блин. Ч
Что-то я влупился прям. Хорошо, кританул. Как тебе вошло-то, а? Грязи краб. Ненавижу. Вообще не люблю вот этих насекомых, членистоногих. Пакость. Ну, крабовое мясо, это, конечно, просто прелесть. Давай, где-то там. Крохотный камень душ нам пока без надобности. Драугры со стен не полезут, я думаю. Так, ну и отлично, куда это мы попали? Отсюда, я так понимаю, камни просыпались на нас, когда мы сюда дошли, да? А что здесь? А, ну это с другой стороны туннеля, но я не думаю, что нам туда сейчас нужно. Давай что ли выбираться тогда? Тихо. В принципе, давайте на этом закончим эту серию, в следующий выберемся и пойдем уже к Бруме. Посмотрим, что у нас там. Да, наконец, распродадим хабар. Посмотрим по квестам вообще, как устроен этот мир. А то у нас пока что все больше ушло на исследование помещений и тому подобное. Но, тем не менее, мне пока что все очень нравится. И вам, судя по комментариям, тоже. Спасибо за проявленный интерес. Увидимся в следующих сериях. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.